Фомин сходит от штрафной футболиста Фанасьев. Да! Не хватило точности Антона Матвеенко. Передача Михаила Фанасьева, который вошел в штрафную, и лишь аут. И сейчас можно убегать в контратаку. Сразу 4 футболиста. Горняков на чужой половине. Передача. Павла Ситко. Какой сейв демонстрирует Егор Каткевич. Буквально с линии. Друзья, Геркевич, посмотрите, какая поза. Там лежит кто-то из защитников. Это Сергей Кондратьев. Но атака очень перспективная была. Там Павел Ситко с левого фланга делал прострел и бил, если не ошибаюсь, Алексей Ильяй с головой. Ну, у Гомеля так остро контратаковать не получилось. Тем не менее, отметим, что Шахтер именно гости нанесли первый действительно опасно. Здорово отыгрались между собой. Януш. Осипенко! Гол! Шахтер открывает счет в этом поединке. Николай Дмитрий Осипенко с передачи Алексея Риоса показывает сейчас, что любит всех болельщиков, хотя на 24-й минуте случилось сие действо. Ну что ж, 1-0 Дмитрий Осипенко по несколько минут перед матчем разговаривали о жизни. Они и внешне похожи команду, исповедуют примерно знаковый футбол, там Михаил Афанасьев наносил удар, благо цыгалка угрозу перевел. Так вот, с Алексеем Меркуловым как-то немножко не так. Михаил Афанасьев входит в штрафную. Прострел Матвеенко. Как же неудачно сыграл Антон Матвеенко в завершающей стадии. Там Михаил Афанасьев все сделал для форварда, но отличиться у него не получилось. Матвеенко в центре поля открывается под передачу. Получает мяч. Антон Матвеенко будет обыгрывать. Там был очень острый угол. И плюс ко всему еще номер 6. Леончик. Финт-финт. Удар. Леончик. Мимо ворот. Каткевич. Здорово. Вот скин сейчас на Янчика. Матвеенко там слева. Совершенно один Геннадий Близнюк. Как же долго принимает мяч. Обрабатывает его. Ну, удар. Мимо. Хватает быстроты Геннадию. Понятно, что ему уже не 20 лет. Выполняет этот вид стандарта. Ну и Хаткевич, дабы не было никаких проблем, решил сыграть кулаками на всякий случай. Все. Основное время и дополнительное подошло к своему завершению. Гомель уступил свои площадки Шахтеру. 0-1.